Институт профессиональной семейной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей в Республике Беларусь, существует уже более 20 лет. За это время укрепилась убежденность, что устройство детей, утративших родные семьи в приемные, детские дома семейного типа – дополнительный шанс реализовать право на воспитание в семье для всех детей. А для того, чтобы больше вникнуть в данную тему, в Бресте состоялся первый областной форум специалистов в сфере организации работы с замещающими семьями. Данное мероприятие позиционируется как площадка для презентации и обобщения лучших практик, методов и форм работы в сфере защиты детства. Мероприятие такого формата дает возможность обсудить актуальные вопросы по поддержке замещающих семей, наметить перспективы в дальнейшей работе. Мы проводим первый областной форум специалистов в сфере организации работы с замещающими семьями. Организаторами данного форума выступают Главное управление по образованию Брестского облисполкома и Брестский областной социально-педагогический центр. На сегодняшний день мы планируем проводить такой форум раз в 3 года. Для того, чтобы шел обмен опытом работы с замещающими семьями, люди, которые заняты в этой сфере, могли общаться, делиться друг с другом своими наработками, находками, приобретениями в этой сфере, потому что вы сами понимаете, что вопросов воспитания детей всегда очень много, даже в обычных семьях, а в семьях, где собираются дети от разных родителей, попавшие в сложную жизненную ситуацию, конечно, вопросов возникает еще больше. Приемные родители, воспитатели детских домов семейного типа, представители учреждений образования, органов местной власти, общественных организаций, заинтересованных ведомств и структур обсудили насущные вопросы воспитания сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предупреждение социального сиротства и развитие института замещающей семьи. Форум – это, собственно, площадка обмена опытом, обмена лучшими практиками работы в области замещающего родительства. Для нас, областной структуры, это возможность посмотреть, в правильном ли направлении мы движемся по поддержке замещающих семей, какие, возможно, необходимые изменения вносить в законодательство, инициировать, что нам не хватает сегодня в этой деятельности. То есть это обсуждение таких актуальных проблем, вопросов, перспектив деятельности замещающего родительства в области. Родители-воспитатели раскрывали в своих выступлениях юридические, этические, психологические аспекты взаимоотношений замещающих родителей и ребенка с биологическими родителями, а также отметили, что очень важно делиться опытом в формате живого общения. Когда я узнала, что форум будет в Бресте проходить, я очень обрадовалась, потому что для меня лично это очень интересно, да, послушать, как люди в районе живут, как они, у них все-таки немножко другое русло жизни, но мне тоже интересно, как они справляются со своим количеством детей. Чтобы мне прийти и немножко в сравнение тоже своим детям рассказать. Да, мне как родителю-воспитателю иногда кажется, проблема года. Но мне кажется, что сегодня я послушаю что-нибудь и пойму, что как все хорошо, отряхнулись и пошли дальше. Да, то есть улыбайся, цвети, и все будет хорошо. То есть как мне кажется, что такие форумы нужно устраивать вот именно в открытом общении, когда люди видят друг друга и когда людям есть что сказать. У нас всех одни и те же проблемы, мы делаем одну задачу. Родитель-воспитатель. В эту профессию идут только по зову сердца. Никакие материальные вознаграждения тут не аргумент. Люди изначально готовы отдавать больше, чем получать, и становятся приемными родителями.